My name is Nathan Gassama. I'm happy to enjoy Baltica. See you on Saturday. It's period Baltici. Да, в принципе, все было хорошо. Физически-то мы, я считаю, готовы отлично. К сожалению, не знаю, там ошибки какие-то сами допустили. И сами не забили, так сказать. Хотелось бы, реализовать больше там свои моменты. Что можно сказать? Просто у нас там было 3, 4, 5. Я не знаю, сколько шансов вообще стопроцентных. И просто мы должны использовать такие моменты. Поэтому потом мы видели, что второй тайм у них сколько было? Скажи, 3 шанса, и они использовали 2. И вот эта разница между нами и соперником сегодня, и поэтому счет был 2-0 за Динамо. Это было первое, получается, когда Гало бил я на добивание. Хотел просто сразу в одно касание забить, просто не дотянулся до мяча чуть-чуть. А второй момент, наверное, так уже подумал, скорее всего, надо было под себя убирать и уже там слева бить. Но я почему-то думал, что он ногу не поставит и бил, так сказать, в дальний угол. Можно сказать, видел мяч уже в воротах, но не забил. У нас нет никакой проблемы с физической подготовкой. Группа, которая начинала сегодняшний матч, она не играла на кубок, за исключением позиции Пряхина и Галаяна. Второй тайм мы выглядели хуже во многом, как раз потому, что и Пряхин и Галаян чуть-чуть подустали. И если мы освежили эти позиции более качественно, скажем так, то могли бы оказать давление на соперника и во втором тайме. А проблем с календарем, с физикой никаких нет. Может быть, что вы сказали там, что команда не чувствовала так свежесть. И может быть вот этот, честно говоря, про себя только мне нормально хватило, потому что и погода хорошая, как в Ахмате там было больше 30 градусов, но здесь нормальная, хорошая погода. И не знаю. Мы посмотрим там на следующей неделе, что там не получилось у нас на сегодняшней игре. По-моему, это. Вот это шансы, которые не используют там первые минуты, вот все, 1-0, все. Идем дальше. То есть дело не в свежести. Мы при приходе из обороны в атаку совершили 2 ошибки на своей половине поля и получили 2 мяча. Я не могу сказать, что систематично Динамо создавали моменты, и мы где-то не успевали или теряли концентрацию. Нет, и не было преимущества ни во втором тайме у Динамо. Я считаю, что структурно мы действовали целостно. И гораздо лучше, чем в матче с «Спартаком», о котором вы сказали. Единственное, игра в этих переходных фазах на своей половине поля, то, к чему нам нужно еще, что нам нужно улучшать. В принципе, мы играли также в свой футбол, то, что нам сказал Сергей Николаевич. Мы, я считаю, на первый тайм, можно сказать, выполнили в большинстве свою установку на игру. «Динамо» давало играть, мы играли. Что кто не говорил, вроде хорошо играли. Балтика! 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 Балтика!
всем, всем болельщикам, кто пришел, так сказать, нас поддержать. Видно, люди давно ждали, чтобы мы были в премьер-лиге. Это их со «Спартаком», в принципе, было слышно. И сейчас с «Динамо», можно сказать, даже как будто мы дома иногда играли. Прям слышимость была реально очень хорошая. И даже люди, кто на трибунах был, кто по телевизору смотрел, многие это отмечают, что у нас очень большой фан-сектор был.